Я, Евгений, Дмитрий Шибалов, на данный момент депортированный с территории ДНР, и мы сейчас находимся на украинской территории. Я приехал к своей семье красноармейцев. Вчера около 12 часов дня нам позвонила Марина Черенкова, которая была задержана еще в пятницу, 29 января, и попросила нас подойти вчетвером пофамильно к зданию МГБ. После этого нас пригласили пообщаться с сотрудниками МГБ. Мы заполнили анкеты опроса по деятельности нашей организации, где нас особо просили указать, с какими международными организациями мы сотрудничаем, по каким именно проектам. И несколько часов мы просто ждали, мы просто не имели никакой информации. А потом нам просто дали листочки бумаги и продиктовали о том, что я такой-то, такой-то ознакомлен с решением исполняющего обязанности министра государственной безопасности Донецкой Народной Республики о моем выдворении с территории Донецкой Народной Республики без права въезда. Вот такая вот ситуация. После этого нам дали конвой, дали 15 минут на сборы, заехать домой, взять вещи. Уже было ночное время. Все блокпосты уже были закрыты. Нас вывезли на нулевой блокпост ДНР, разрешили нам оставить одну машину. Изначально вообще хотели пешком высадить. Но вот разрешили одну из наших машин заставить себе, остальные поставили на штрафплощадку. И после этого отпустили и сказали, что больше вы вернуться сюда не можете. К счастью, мы смогли через наших знакомых журналистов, в том числе в Киеве, добиться разрешения, чтобы нас пустили на украинскую территорию, несмотря на то, что блокпост был закрыт. И после этого нас там встретили сотрудники службы безопасности Украины, которые задали нам процедурные вопросы. Они очень тепло нас встретили, с пониманием, вошли в наше положение, напоили чаем, бутербродами. Мы тоже рассказали им о ситуации, которая произошла. После этого нас отпустили домой. В тот же день вчера наш офис организации в Донецке был опечатан. Сотрудников отпустили по домам, дав забрать только личные вещи. То есть деятельность нашей организации на данный момент довольно сильно приостановлена в основной части активности. То есть ситуация на данный момент такова. Официальные обвинения нам так и не были предъявлены, нам не дали ознакомиться с какими-то официальными формулировками, но та фраза, которая многократно звучала, она крутилась вокруг того, что мы работаем с международными гуманитарными организациями, что у них есть американское финансирование, что мы агенты украинского влияния, законсервированные в Донецке, что раз мы возим помощь с украинской стороны, и выездные туда, и нас там не арестовывают, то значит мы враги. И были заявления о том, что мы нарушили формальную процедуру, мы не были зарегистрированы в ДНР организации гуманитарной, хотя эта процедура в ДНР еще, в общем-то, не до конца отработана, поэтому там есть... То есть это не могло быть формальным поводом для высылки. Вот. И на основе этого, я думаю, что и базируются обвинения. Судьба Черенкова, естественно, нас очень сильно беспокоит, как и Игоря Анатольевича Козловского, которого мы тоже все знаем и уважаем. О их судьбе на данный момент нам известно немного. Вчера мы просили дать нам увидеть Марину Черенкову, но нам этого не разрешили сделать. Заверили только в том, что она содержится в хороших условиях, к ней не применяется никаких методов воздействия. То же самое нам сказали и про Игоря Анатольевича Козловского. В кабинете, где нас допрашивали, мы заметили несколько личных вещей и Марины Черенковой, и Игоря Козловского. То есть, вероятнее всего, это указывает на то, что они тоже недавно тут были в этих кабинетах. Но никаких прогнозов нам не дали, сказали, что это непредсказуемо, и никто не может нам никакой информации дать.